В Малаховке продолжается капитальный ремонт 46-й гимназии. К работам приступили в начале года. Объект готов почти на 75%. Когда ученики вновь сядут за парты родной школы, узнали мои коллеги. Последние уроки здесь провели в декабре прошлого года. С 1 января школу закрыли на капремонт. Здание, построенное более 85 лет назад, реконструируют в рамках государственной программы образования Подмосковья. Все этапы работ, от проекта до приемки, контролируют депутаты-единороссы и родители учащихся. Наша задача – это внимание, чтобы было нужное количество рабочих, чтобы были нужное количество материалов, чтобы процесс рабочий был организован достойно. И не случайно сегодня со мной представители общественности. Здесь родительский комитет, конкретно родители, и они вместе с нами делают осмотр, задают вопросы. То есть все это согласовывалось, начиная с самого начала, там вопросы по оформлению, цветовой гамме, мебели и так далее. В здании заменили электропроводку, систему водоснабжения. Рабочие заканчивают монтаж отопления. Отделка помещений тоже подходит к завершению. Стены в кабинетах и коридорах оштукатурены, в пищеблоке укладывают плитку и монтируют вентиляцию. Здесь от прошлой школы остались только стены, которые укрепили, включая фундамент, который укрепили. Здесь все заменено, абсолютно все, совершенно новая начинка. Школа приобретает второе дыхание. Я надеюсь, что все будет сделано в срок. И дети, родители обрадуются, когда увидят всю эту красоту, которая должна здесь стать 1 сентября. Перед началом учебного года кабинеты оснастят необходимым оборудованием и мебелью. В День знаний гимназия вновь распахнет двери для учеников. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.